что меня удивляет, да, в хорошем смысле, что есть большая палитра, есть гостиничные комплексы, у них своя аудитория. Есть мастер-славль, да, где дети, где дети. И само содержание, вот, или смысл, который там вкладывается, мне кажется, он очень глубокий. Правильное формирование у детей и родителей отношение к самым нужным профессиям. Врачи, пожарные, милиционеры, полицейские. И даже здесь я увидел, что очень много. Я видел много таких проектов в Москве, но здесь вот дух Белогорья, он все равно есть. Да? Мы с вами звонницу увидели, мы с вами увидели то, как с детьми очень аккуратно и нежно разговаривает о патриотизме, рассказывает о том, чем гордится Белгородская область. И вот чувствуется, что, ну, с моей точки зрения, это, конечно, не бизнес-проект. Потому что бизнес-проект, есть покупатель, да, есть производитель. И задача производителя как можно дороже, с максимально низкой себестоимостью, чтобы получить хорошую прибыль, продать. А здесь все-таки мы говорим о том, что мы делаем для того, чтобы понять, кто придет вместо нас, что у них будет, какое у них будет отношение к земле, к родной, какое отношение к себе, к близким, к окружающим. И здесь, конечно, очень важно взаимодействие всех уровней власти и муниципалитета, город, ну, как я понимаю, город там один из учредителей. И областное участие должно быть абсолютно очевидно, я сейчас говорю о стратегии. И бизнес. Вот в чем меня, в хорошем смысле, еще раз повторяюсь, удивляет подход, который я сегодня видел, Владимир Федорович, в том, что есть проблематика, и приходит бизнес с большими инвестициями и решает социальные проблемы.